Всем доброе утро. Вышла из дома. Всех с праздником. Сейчас я в аптеку пойду. Вот. Не знаю, что-то взять надо. Чихаю. Но все нормально. Температуры нету. Температуры нету у меня. Вот. И это. Ой, какая погода хорошая. Ой, какая чистота. Ой. Вот чистота. Сейчас пойду кошкам возьму. Прогуляюсь, окно открыла. Дома окно открыла на все. Пойду прогуляюсь, пускай проветривается. В аптеку возьму. Чихаю. Чихаю. Сопли. Пошли. Пойдем, пойдем, на. Пошли. На. На. Не ори. Иди, на ори. На. На. Корм купила, ребят. Кошки. Где остальные, не знаю. Телепузик, иду по деревне. Ой, вообще такая погода хорошая. Сейчас я побольше побуду на улице, чтобы мне дома... Дома все проветривалось, в аптеку пойду. Прогуляюсь. Вообще погода хорошая. Так, телепузики, пришла я уже домой. Это я в Лёшкину около общаги взяла хлеб. Ну, это такой он фруктами. Вот он, сладкие. Это две булочки и эти шоколадки по 56 рублей пористые. А это все взяла в Магните по акции. Это по 18 рублей. Это тоже дешево, 12 штук. Это зеленый чай взяла. Я там вычитала в интернете. Бананы по 56 рублей. Это я на кассе взяла. Последние по акции. Короче, 23 рубля. Одна штука. Ой. Не знаю. Короче, по акции последнего взяла, Ленка мне сказала. Это тоже дешево взяла. Это икра красная, натуральная по акции. Как бы не обосраться. А, нет. И это еще взяла. Там это 20 таблеток. Вот он. 20 таблеток. Вот они. Ну, а что я буду фикс проездить? Это тоже все в Магните. Так, телепузики, кто скажет, мне напишет, Падрина, Лёсик, это фирма нормальная или как? Это я взяла за 1000, это 1400, ну там без одной копейки, 999 тысяч рублей, 1399 1400, это 1000 взяла, а это 900 чайник, сейчас я поменяю чайник. Вот. Это я в Магните взяла, я посмотрела все. Сейчас буклет мне дала начальница ихняя. Это вот 900, 1000 рублей, 1400. Скажите, как что за фирма? Вот. И это 1000 рублей без одной копейки. Ну, гриль вот в пакете. И все. Так, это мой завтрак.
мой завтрак. Это омега-3, сейчас 5 штук выпью. Это уже остыло, сейчас я выпью. И кофе с молоком. Кофе с молоком, с этим, с сахаром. Эфир в обед я не выйду, ребят, вечером выйду, посидим. Потому что у меня дела. Сейчас пока буду лечиться, таблетки все. Это омега, сейчас я выпью.